Модельные позы, подиумная походка, быстрые движения рук, падение и вращение. В Химках прошел мастер-класс по хореографии от профессионального педагога Ирины Корчагиной. Любители танцев учили стилю вок, ставшему популярным в середине 30-х годов прошлого века. Был очень большой расцвет моделей. И вот эти показы мод, они вдохновляли людей, и они пытались пародировать. После краткого ознакомления с историей вога поговорили о самых популярных направлениях танца. Old Way, New Way и Vogue Femme сейчас настолько известны, что танцуют их практически все, от мала до велика. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте. Редактор